IBM аккаунт создан в том числе на продукте IBM, представляет Максим Сорокин. Максим, я так же чуть. Так, привет всем. Сейчас я расскажу о нашем решении. Это конвейер для V24. Он создан с помощью собственной платформы Vulkan.js и его расположили на писинге IBM Linux. Собственно, я Максим Сорокин, был в качестве аналитика, и вот главный разработчик Паша Тернов. Собственно, немножко о самом фреймворке. Это инструмент, собственно, разработки веб-мобильных приложений, то есть очень быстро можно писать совсем немного кода и получить готовое приложение, собственно. Там есть интерфейс, там есть и интеграция, там настройка про доступ, в общем, все сразу. Еще немножко про наш фреймворк. Собственно, он построен на платформе Node.js. Node.js — это сейчас самая, можно сказать, трендовая платформа, позволяет писать на языке JavaScript. JavaScript сейчас тоже в тренде, один из самых популярных. В общем, платформу выбирает ведущие компании мира. Ну, мы думаем, что за ним будущее. Значит, теперь перейдем к самому кейсу. Значит, была проблема, что процесс рассмотрения заявок, он достаточно долгий, дорогой. А причина, потому что есть бумажное взаимодействие долгое, много исходных данных, которые нужно собирать, и нужно проводить анализ его. Собственно, наше решение позволяет построить его в инфраструктуру банка, собирать автоматические данные о клиенте и хранить документы с возможностью проверки ЦП. Ну, примерно так все это выглядит. И, собственно, чтобы за эти два дня мы, собственно, быстренько сделали рабочий прототип. Прошу вывести видео на экран. Собственно, основная информация берется из системы ContourFocus. Там все в одном месте, вся информация о клиенте как о контрагенте можно взять. Значит, можно заявку создавать как вручную в веб-интерфейсе, так можно через API. Вот мы посылаем запрос. Обратите внимание, запрос, вот на заявку появилась. Запрос содержит только INN из информации о клиенте, статус заявки, обработка. Нажали кнопочку, все загрузилось из системы. А информация о судах, то есть, агентство стратегических инициатив еще ни с кем не судилось. Далее, учредители, выпуски из ЕГРУ, вот она. От приговора и убытках, собственно, вот. То есть буквально в пару кликов нажали, все появилось. Дальше, собственно, по процессу заявка идет на рассмотрение службы безопасности. У каждого может быть свой интерфейс, интерфейс настраивается. Служба безопасности видит только свои заявки. Вот у нее мы смотрели несколько заявочек. Она открывает, пытается отправить на следующий шаг. Мы говорим ей предложить свою резолюцию по данной заявке. Они ее прикладывают. Проверяется подпись. Подпись верифицирована, что это именно они. И отправят на следующий шаг финансовым аналитикам. Вот находится на стадии финансового анализа и так далее, и так далее. Собственно, финансовые аналитики видят свое, вот там какие-то еще пару заявочек у них висят. И вот есть такая наглядная доска, которая показывает все заявки, что на каком этапе. Вот, собственно, и все. Компания интеграции. Я думаю,
с интерфейсом нужно пару дней, я думаю, дней 5 может. Спасибо. Еще вопрос есть? Поблагодарили команду. 4 проекта.